Торжественное открытие почетной доски в честь первого заслуженного врача РСФСР в Северском районе Надежды Степановны Науменко состоялось в селе Львовском. Жизнь Надежды Науменко неразрывно связана с историей львовского поселения. По ее инициативе построена львовская амбулатория. Надежда Степановна стояла у истоков становления и развития сферы здравоохранения в муниципалитете. Ее деятельность на благо здоровья людей оценена медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Награждена знаком «Отличник здравоохранения». Но самая главная награда из них – это звание заслуженного врача РСФСР. В прошлом году, 19 сентября, Надежда Науменко отпраздновала 100-летний юбилей. Глава муниципалитета Адам Чарим поблагодарил Надежду Степановну за многолетний добросовестный труд на благо района. Каждый раз, когда речь заходит о медицине, ваше имя всегда звучит очень гордо. Огромное спасибо от всего Северского района, особенно от жителей Львовского, Михайловского поселения, за те годы, непростые, трудные годы, но вы отдали себя полностью и спасли тысячи жизней. Вот таких людей, как вы, называют героями. И обязательно люди, которые работают здесь, в этой больнице, берут с вас пример. И низко все вам кланяются. Спасибо вам за труд. Спасибо вам. Долгих лет жизни, мира, счастья, благополучия. Несмотря на все свои достижения, Надежда Степановна скромно признается, что без своего коллектива ничего бы не добилась. Именно эти люди всегда были для нее поддержкой и опорой. Я хочу пожелать молодежи, чтобы она брала пример со старшего поколения, чтобы наша больница славилась и дальше, как это было какие-то годы, когда больница занимала первое, второе место и третье место в крае. Это достойно было нашего народа. Это не мое достояние. Нет, не надо меня перехваливать. Это работа моего коллектива больницы, которым я дорожу, которой я люблю и которым я спасибо скажу сейчас здесь, которые приехали со мной вместе. Я их люблю. Это они сделали все, чтобы больница наша светилась. Главный врач Северской ЦРБ Манолис Анаников пожелал долгих лет Надежде Степановне и поблагодарил за неоценимый вклад в становление и развитие здравоохранения района. Большая вам благодарность, долгих лет вам жизни, чтобы мы приезжали к вам и как в этом году, в следующем, и часто вас навещаем и радовались тому, как вы нас учите, как вы нам даете советы. Долгих лет, счастливых жизней. Спасибо вам за ваш труд, Надежда Степановна. Спасибо. В праздничной обстановке глава муниципалитета и главврач Северской ЦРБ открыли почетную доску в честь заслуженного врача РСФСР, отличника здравоохранения Надежды Науменко. После торжественной части Надежда Степановна еще долго принимала поздравления и цветы от благодарных жителей поселения, школьников, бывших коллег и коллектива больницы.